Всем доброе утро, ребят. Ну что, я зашел, честно говоря, и офигел от акций сегодня на английском сервере. Не знаю, ли такое на других серваках творится, но это просто жесть. IGG взял в моду каждый день теперь делать. Сейчас вернемся до этого. То, что вы видите, накопление. Вот смотрите, накопление опять есть, и вот дофига. Вчера было, позавчера, то есть каждый день практически, ну, на английском сервере, по крайней мере, идут накопления, то есть паки, которые даются дополнительно. Вчера вообще был бомбезный. Сегодня просто офигенные плюхи, Monset Pack, то есть к концу месяца, по сути, дают возможность получить паки. Ну, посмотрите на эти плюхи, ну, это просто жесть. Зефир, уловый герой. Герой уже продается целым. Прошло сколько там у нас? В 20-х числах была обнова. Но фактически 10-11 дней. И вот, пожалуйста. Целого героя уже продают полным ходом за сотку. В общем, все герои, которые надо, уже продаются. Вот Мэри Барт, ну, скидки просто бомбические. Божество. Ну, божество, честно скажу, я вот так вот побегал вчера, посмотрел еще и на дефе. Такое. Для определенных локаций, для PvP локаций, да, будем тестировать на атаке фартов еще. А так, честно говоря, такое себе. Так, что у нас тут? Бинго. Остров, как обычно. Фортуна. Так, идем сюда. Сюрприз пак, тоже офигенный, как по мне. Еще пыльцы. Спектр, 1200 титула. Сумочки, ну, в общем, есть шоппинг спри, я заходил, смотрел. Шоппинг спри. Сразу же целого фобуса продают. Кучу разных расходников. Леса 3 штуки, как видите. Что тут по расходникам? 400. Кстати, убрали... А не эссенция, синие такие пузырьки для прокачки. Их давным-давно уже не продают. Не знаю, с чем это связано, но реально это печально. Я вчера тоже забрал плюхи себе. Ну, вот такие вот плюшки за вчерашний день. Я забирал этих питомцев и решил забрать сумочки, потому что пэты мне надо будут, скорее всего, для прокачки, для 40-х левелов. Ну, в общем, дофига всего продают. Смотришь на это. Посмотрите, это плюхи за 20. Это что там, даже меньше среднего пака на русском сервере. В общем, вот так вот. Так, с этим разобрались, показал. Поехали на другие серверки. Посмотрим, что там есть. Но это просто жесть, ребят. Честно говоря, я в шоке. Сколько всего продают, показывают. Ну, на сегодня и насколько скидки. Просто понимаю, что вообще нету смысла там брать что-то в начале. Просто проходит неделя, и ты забираешь это за копейки. Понятно, я вам делаю обзорчики. Хочется показать, чтобы вы понимали, стоит, не стоит. Ну а так, по большому счету, ну нафиг не надо брать. Везде уже все стоит копейки. Не знаю, что дальше будет. Они убили интерес к игре у донатов сами. Сейчас не знают, что с этим делать. Пихают рекламу. Но это все равно не спасает. Люди уходят не из-за того, что они там пихают, а из-за того, как они делают обновы. Куча багов, куча всего в последнее время. Так, ну тут поспокойнее по сравнению с английским. Что такого? Мега-мега не добавили. Поехали на немецкий сервер, как обычно. Я вчера вам показывал немку. Вот у меня желание начать на немке играть. Просто чисто без доната, по кайфу. На русском сервере тоже есть без доната. И на АЭСе есть, на АЭС. Просто что-то я не знаю. Вроде телефон всегда под рукой. Что-то времени не хватает. А вот тут, когда сидишь за компом... Тут вообще просто, просто кайф. Так, это мы получили, по-моему.
смотрим итемы. Так, нас перекинуло сюда. Это вчера был наборчик. Надо исцеление достать на этом. И Фрея нам не хватает для полной комплектации топовых героев. Так, тут еще ничего у нас не поменяли. Так, больше ничего такого нового нету. Пиратик. Вот посмотрите. Зефиры просто чудесно падают. Остров просто божественный, как по мне. А, 200 книг дали. Ну, 200 книг, ребят, фиолетовых на халяву. Почему бы и нет? Вот, реально. Зашел, получил плюхи. Кайфи себе играешь. Так, сегодня 31-е, надо будет определиться все-таки. Завтра конкурс на аккаунт Абрика, думаю, сделаем на выходных, завтра, послезавтра. Чем лучше всего. И будем что-то делать дальше. Так, есть. Забираем плюшечки. Начало недели. Так, поехали на русский сервер. На наш родной. Родной сервачок. Смотрим, что здесь интересного. Так, набор сокровищ. Бардик. Лис. Ну, тут первые сумки, они вообще ни о чем. Накопление тоже есть, видите. И здесь добавили накопление на второй день. Колесо, карты, таланты. Такого ничего нету. Парящий. Так, окей, поехали на аккаунт Абрикосика. Там очень часто с утра падает какой-то читерный аккаунт. Очень часто с утра падают топовые лиги. И недостающие причем. Такс, поехали. Иду сейчас видосик откроем. Перед роллом. Так, это у нас сегодня уже будет 11-е, нифига себе. Одиннадцатый день, офигеть. Да, это как раз с этого, с обнову. Это плюс-минус и начал. Так, что-то я не докинул. Все показало, отлично. Мистер Абрикос. Абрикос разыгрывает свой аккаунт на русском сервере. На английском. На английском играет. Пожалуйста, нажмите на мою фотографию и подписку. Да, чуваки. Так, давайте я открою все комментарии сразу. Так, есть, открыли. Чик, чик. Кристаллический королева змей. Королева змей, кристаллических два. Ну, в принципе, шансы есть. Ctrl F. Давайте по кристаллам посмотрим. Кристаллический, кристаллический. Так. Кристаллический. Кристаллический, королева змей, паладин очень рядом, кристаллический, плазм, душ, он. Так, королева змей. Давай. Королева змей, плач нет, королева змей, синий слизь, тритон.
Королева Земли, синяя сущность. Тоже рядом. Королева Змей, кристаллический паладин. Трое человек. Королева Змей, циклоп, гром. Трое очень рядом были. Ну, в общем, вот так вот, ребят. Не знаю, блин, уже давненько, уже неделю у нас никто не выигрывает. Странно, хотя обычные герои падают. Было только пару раз у нас с Леган, и все. Пишите, ставьте лайки и ждем, когда кто-то... Вот мне самому интересно, вроде и не сложно, но уже даже Огника сложно выиграть, не угадывают, ребята. Все, всем удачи, всем пока.